Сочинец, мастер спорта России Тимур Халайджан, воспитанник тренера Армена Такмазяна, завоевал золото в разделе боевое самбо весовой категории 74 килограмма. А в спортивном самбо бронзу турнира в весовой категории 48 килограмм взяла сочинка, мастер спорта России Анастасия Ячевская. Она одолела в решающей схватке члена сборной России по дзюдо Аиду Бигбову. Бронзовая медаль Анастасии отметили ее тренеры, безусловно, с золотым отливом, поскольку она боролась с действующими чемпионками Европы и мира, и сам отбор на турнир был непростым и говорит о многом. Впереди у нашей землячки чемпионат «Динамо» и Кубок России. Также на турнире отличились самбисты Рудольф Явромян из Армавира и Этери Сехниашвили из Новороссийска.